Индивидуальные заезды в рамках пролога международного тура Кубани прошли на Пионерском проспекте. Спортсмены из разных стран приняли участие в соревновании, показывая свой лучший результат. От доли секунды зависит количество баллов, которые заработает команда от данного этапа. Традиционно жесткий контроль допинга и строгие критерии отбора для шоссейных велосипедов. Миллиметр больше, и спортсмен лишается возможности выступать на своем велосипеде. Однако ни жесткие рамки отбора, ни дождь, ни ветер не огорчают участников. Зарубежные велогонщики поделились своим мнением о соревнованиях и городе-курорте. Красивый город, классно. Плохо, что не летом. Зимой, конечно, не все настолько ярко. Так, в принципе, мне нравится. Все организовано отлично. Нам предоставили все необходимое, поэтому у нас не возникло никаких проблем. Абсолютно ни с чем. И это прекрасно. Я люблю это место, этот город. Уже второй раз здесь. Первый раз мы победили в заезде, поэтому я надеюсь, что и в этот раз мы сможем выиграть.